Пролог. Притчи. 24 глава, 11 стих. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» «Я разве сторож брату моему?» Разоблаченный Каин запирался. На вооружение его слова возьмут, сумеют подсластить, смягчая масло. На отговорки человек искусен, на обличение глух и слеп. Он зол, как от навязчивой, отмахиваясь мухи, роняет лучшее с небрежностью под стол. Мы сторожа над совестью бесценной, и в этом плане жутко сколь проспали, доказывали невиновность с пеной движению вперед в колеса палки. У сторожей забота день и ночь, почасовая вахта и без передышки. Там неприятель отползает прочь, шакал напрасно у забора рыщет. Священство все прописано в охране, беречь отары жалких травоядных в домах, в судах, не только лишь по храмам. Яков знал своих по белым пятнам. Проникнуть в замыслы воров гиен, инициативу их перехватить, не сдать своих в патриархийный плен. Какое горе там, где пастырь спит! Я сторож брату и сестре зловредной, помочь избавиться от дерзости скандальной. Придется от таких страдать нередко, в них истреблять неверие по капле. И старшему, и низшему я сторож по мере совести, разбуженной Иисусом. Держать всегда сухим заботы порох, спасать приговоренных не стыжусь я. Нет объявлений, ищем сторожей, они нужны и церкви, и стране. Восстань, откликнись, я готов уже, душа бессмертная, а я слуга при ней. 11 марта 2007 года. Игла. Игнатий Лапкин. Постскриптум. Иезекииль, 3 глава, с 18 по 21 стих. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем». И я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего, от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. И если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Сегодня у меня уже не положительное к нему отношение, понимаешь, к Лапкину. Я мягко говорю. Трудно это все в каких-то словах передавать. Как он обращается с людьми, так нельзя обращаться, да? Вот, ладно, он одно дело детей воспитывает в лагере, да? Я даже умилялся, восхищался, думаю, ну вот хоть кто-то молодое поколение воспитает, потому что оно не воспитывается. Здесь он прав, он молодец. Но когда те же методы применяются
к взрослым мужикам, извини меня, да, вот как с Никитой это все происходило. Ну, тяжело мне это было смотреть, да. Ну, Лапкин-то он не старец, он даже сам себя так не считает, он проповедник. Это совсем другое, понимаешь? В Писании есть распределено, если ты проповедник, это одно. Если ты, как там, дары Духа Святого, да, благовествуешь, благовествуй. Учитель, учительствуй, да, но не смешивай это все в кучу, в одну. А у него вот этот микс и что-то такое непонятное. Господи, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Чем мне интересен Игнатий Тихонович Лапкин? Ну, во-первых, это человек исповедник, который пострадал за веру, и то, что он перенес, все это свидетельствует о том, и как он перенес, это свидетельствует о том, что на человеке была рука Божья, аскет. Человек с большой ревностью о вере и ее чистоте. Человек большой эрудицией в моей памяти. Проповедник, миссионер с большим опытом лекторской работы. Апологет, причем с положительным образом обращения людей из сект, из жизни, маловерия и грехов. То есть первое, дальше, это человек с полуковым опытом организации детского лагеря. Тот хоть раз организовал детский лагерь хотя бы на неделю, но понимает, какое это напряжение и каких, собственно, организаторские таланты для этого требуют. Далее. Это педагог с интересным, заслуживающим внимания педагогическим опытом. В том числе и в отношении детей с девиантным поведением. И человек, который написал 40 томов книг. Причем не столько смог написать, но и издать их. Это тоже, кстати, очень важный момент. Далее. Создал 2 сайта и популярный видеоканал. Можно говорить о том, что видеобеседы в десятки раз интереснее людям, чем проповеди многих наших простых священников и даже митрополитов. Да, его беседы в 10 раз интереснее, чем видеопроповеди, беседы его критиков. Конечно, я говорю, что без помощи друзей единомышленников все бы это невозможно было достигнуть, нужно оговариваться. Дальше. Человек стоял у истоков восстановления целой деревни с определенным, ну, религиозно-аскетическим складом жизни. Ну, Лапкин — это человек-батарейка. Я не знаю таких людей, которые обладают такой совокупностью талантов, и не знаю священников, которые умеют делать или делают хотя бы, ну, 20% от того, что делает Игнатий Тихонович Лапкин. То есть для меня это человек, у которого можно и нужно учиться. То есть для меня это очевидно, что на вас есть рука Божья. А у него вот этот микс и что-то такое непонятное. То есть это первое. То есть учиться есть чему, даже нужно это делать. Второе. Ну, когда вы обличаете людей, это не значит, что вы обличаете только попов и архиереев. Прежде всего, я это переношу на самого себя. Эти обличения прежде воспринимаю на себя самого, потому что я служил в церкви 15 лет. Кстати, 1 ноября исполнилось 15 лет, как был уфимским архиереем, издан указ о назначении меня руководителя миссионерского отдела Уфимской епархии. То есть я это воспринимаю прежде всего на самого себя. То есть все мое служение до этого, можно сказать, времени сосуществовало со многими моими грехами. И при этом ни слушания, ни проповеди профессора Осипова, ни бесед отца Дмитрия Смирнова, ни диакона Андрея Кураева, ни проповеди наших священников вот, не привели в моей душе к обличению и, самое главное, к решительности искоренить некоторые грехи и недостатки. То есть после моей поездки по Деряевке и принятия правильного полного погружения, сделанного не за нужду, я могу сказать, что в моей личной и семейной духовной жизни произошли благоприятные изменения. Да. Как я могу ненавидеть и критиковать в духе «сам дурак» моего обличителя? То есть самый лучший друг, я считаю, для человека – это тот, кто его обличает. Ибо ни ласки, комплименты друзей, ни молчание в духе «всех люблю, никого не осуждаю» на самом деле не приводит к покаянию и изменению человека. То есть это дает обличение. Сказанное, я считаю, с любовью. И сказанное не для того, чтобы раздражить человека, а именно, чтобы он разумился. Вот я сижу и смотрю на деревенского старика. Я человек с высшими образованиями, кандидатской степенью, облеченной должности. И вот задаю себе вопрос, почему я не делаю всего того, что делает этот человек? Мне стыдно. Поэтому, когда я смотрю на Лапкина, мне действительно стыдно становится. И ну, вот это первый этап честности.
Надеюсь, за ним последуют уже какие-то реальные дела. То есть не скрою, я скажу так, не потребовалось немало времени, чтобы принять в себе лапкиновские обличения. Но тяжело, на самом деле, давалось принять вот этой правды. Тяжело мне это было смотреть, да. Надо туда ехать, надо принимать это крещение. Вот 3 года я этим вопросом маялся. И в процессе, как говорится, наблюдения вот за его деятельностью, да, вот благодаря этому каналу его, у меня как-то начал меркнуть его облик. Понимаешь? Я скажу так, не потребовалось немало времени, чтобы принять в себе лапкиновские обличения. Но тяжело, на самом деле, давалось принять вот этой правды. Тяжело мне это было смотреть, да. А мы вот, что мы из себя можем представлять, вот если так разобраться, да? Господь нам подарил вот тело такое, да, подарил нам душу, сам вдохнулся в нас. Вот, а что тогда мы? Что тогда я, если это все не мое? А мы — это всего лишь навсего выбор между добром и злом. Выбери, всего лишь избери, и все. Узнай пороки, которые губят человека, и избавляйся от них до последнего дня своего. Все, больше нас нету. Грешить или не грешить, весь человек. Весь человек соткан из этого. Грешу, не грешу, грешу, не грешу. А мы что-то там из себя там маним. Ну, духи посещают нас, иногда дух от Бога, иногда кому дух от Бога, кому не от Бога дух. Вот они, духи, и творятся без формы. А мы думаем, что это все наше. Ничего нашего нет. Это состояние, правильно, ты очень четко все говоришь, прямо все, ни к одному слову тут не прикопаешься. Это состояние каждодневного выбора. Ты вот шаг ступил, ты уже выбор сделал, понимаешь, направо пошел, налево и так далее. Вот какое бы ты действие ни предпринял, ты все время что-то выбираешь. Понимаешь, вот оно состояние свободы. И вот оно, вот он этот экзамен. Вот люди задаются вопросом, а в чем смысл жизни? Какая там глобальная идея? Да в том идея и состоит, понимаешь, дорогой. Ты, да? Ты понял, о чем я говорю? Или направо ты пойдешь, или налево. Вот весь твой выбор или вся твоя философия, дорогой мой. Вот он, этот экзамен. Сегодня наступил тот момент, когда уже я пересмотрел вот эту кучу. Сегодня у меня уже не положительные к нему отношения, понимаешь, к Лапкину. Я мягко говорю. Трудно это все в каких-то словах передавать. Своими обличениями он приносит нам большую пользу. То есть вынужден констатировать, что за 25 лет немало архиереев и священников превратились в таких самоуверенных, лицемерных владык, потерявшись всякий страх Божий. И это очевидно не только одному диакону, протодиакону Андрею Кураеву, который изменил буквально за последние 2 года направление своей проповеди. Ну, другой вопрос, конечно, к чему в конце концов эти обличения приведут у самого Игнатия Тихоновича Лапкина? Ну, нам они однозначно полезны. Вот люди задаются вопросом, а в чем смысл жизни? Какая там глобальная идея? Да в том идея и состоит, понимаешь, дорогой. Ты, да? Ты понял, о чем я говорю? Или направо ты пойдешь, или налево. Вот весь твой выбор или вся твоя философия, дорогой мой. Следующее. Его безумные, я подчеркиваю, это безумные критики говорят, что Лапкин зомбирует. Ну, я могу сказать, чем Игнатий Тихонович Лапкин зомбирует людей, ну, как человек, который служил уже 15 лет и занимался противодействием тоталитарной секты. Ну, Лапкин мужик с большой буквы. Умный, волевой, аскетичный, в высшей степени работящий. Руки поставлены по циркулю, растут из нужного места. Это человек больших талантов, хулиган, воин. То есть он обладает всеми теми качествами настоящего мужчины. Как это не может привлекать людей? Ну а кто его критики? Тряпки, подкаблучники, интересные, разве что только женщины, потому что они женоугодники. Вот надо честно признать себе, что этим критикам, что они неинтересны юношам, они неинтересны мужикам. Вы не воины, ваше православие — это бабье православие. Всех люблю, никого не осуждаю. Такой вот
пожелание от одной женщины. Она очень добро настроена к нашей общине. Очень давно слушает и смотрит канал «Во свете Библии». Передавала всем благословения свои. То есть, ну, с наилучшими пожеланиями. От Бога. Да, да. И она передала, в частности, вот это послание Сергею Павловичу. Я его переписала, потому что это через интернет. Зачитаю. Передайте Сергею Пупкову. Собачью сущность изучил, а человеческое ему не под силу. После его видео с Василием не хочется смотреть разбор Слова Божия по скайпу с его участием. Матфея 22:39. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Нет, это не о нем. Рассматривает зубы у Василия, как если бы у очередного своего пса. 1 Коринфянам 13:1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Светлана. От себя лично добавлю, что это мнение ни одной Светланы и даже ни одного десятка человек. Сергею Павловичу, пожалуйста, передай. Вы, пожалуйста, просто не все выставляете. Зачем? Потому что это стало уже общественным делом. Это все выставляется, сестры. Я никакого секрета не обнародовала здесь. Это все выставляется. От себя лично хочу сказать, что на некоторые видеоролики с участием Василия, вот это вот воспитание, можно смело ставить возрастной ограничитель 18+. Из-за того, что употребляются некоторые выражения, которые не стоило бы употреблять в том виде, как вы это сняли. И вопросы разбирательства его личных грехов, это вот узкий круг братьев, соберитесь, поговорите с братом, и пусть он это знает. Он это должен знать, то, что ты ему сказал. Но не все должны это знать. Я, например, не хочу знать ваших грехов, братья. А вы как вот это выставили его, ты похвастался своим, я также был, я стоял в оглашенных. Это выглядит как хвастовство, знаете. Друг перед другом, как мальчишки вот в миру это делают. У меня там столько было, у тебя сколько, у меня вообще много. Вы, пожалуйста, перед тем, как вот эти ролики снимаете, что ли, встаньте, помолитесь, стоит ли его вообще снимать. Поговорить с братом стоит, вразумить брата стоит. Может, не ты один, а вас двое, трое братьев. Более духовных, более подходящих по возрасту. Подобрать слова не такие, которых в Евангелии и в Библии нет. Действительно, был даже один комментарий, я не помню, кто комментировал, но сказал, таких слов даже в Библии нет, а вы вот такими словами. Это теперь вопрос стоит о том, было ли это больше для научения или для соблазна. Еще у кого есть слово? Дебра. Я немного от себя добавлю. Прежде чем Игнатьевич заварил, как говорят, эту кашу, я ему прежде ездил еще до этого. А почему ездил? Он приходил на богослужение пешком оттуда, с Бельмесёва. Я не знаю, сколько там, за 20 километров, говорят. То есть и холодный воздух. Плюс простывший, как он говорит, еще с детства у меня какие-то осложнения были там с легкими. И пешком. Вот. И я молился, и меня Господь побудил к нему съездить, узнать. Потому что я знаю, Василий приходит, а о нем вообще никто ничего не знает. Вот только Виктор Андреевич знает что-то. И когда вы общались за ним, это поручителем были. Приехал к нему, он там ходит в одежде, холодно дома. Я уж его попросил, говорю, брат Василий, затопи, пожалуйста. Потому что я говорю, я уже сижу и замерзаю у тебя тут. Он еще показал, тогда у него было минус 12. Потом уже у тебя стало минус 16 на полу. Все, с ним побеседовал, вместе помолились. Все, и в дальнейшем я уже о нем молился, чтобы как-то Господь устроил, чтобы... Потому что, говорю, тебе нужно братское общение. Я-то это понимаю, потому что я сколько лет живу с Игнатьевичем, с братьями. Что одному человеку бывает сложно вообще, даже невозможно. Для этого нужна община. Или хотя бы круг друзей, братьев, которые будут помогать тебе духовно возрастать. Выкарабкиваться из какого-либо даже греха. Вот это лень духовная. Это правильно вы сделали. То есть лень духовная. То есть человек не хочет над собой трудиться. Для этого ему нужна помощь братьев старших, которые помогли, более духовные, которые, так сказать, помогут. Вот. И вот это побудило, и потом смотрю, вот я чему удивился еще, что я об этом молился, и Игнатий Тимович на это откликнулся.
ему пришла мысль брата Василия оттуда вытянуть. Он даже нам сказал, говорит, братья, съездите сами, говорит. И типа его оттуда, даже если он, говорит, будет упираться, в машину его и сюда везите его. Ну так, может, шутка сказал, как говорится. Но я говорю, лучше, говорю, Игнатьевич, все-таки вы, чтобы вы сами ехали, потому что мы что. Вот, да, то есть. Игнатьевич решил, он сразу тоже переменил мнение, решил, что сам поедет. И, ну вот, поехали тогда. Все это засняли. Все это началось. Спасибо, Христос, брат. Я хочу добавить к тому, что уже сказал. Однако Сергею Павловичу стоит принять замечание сестры в том плане, что, как Господь говорит, почтительности предупреждайте друг друга. Почтение должно быть, конечно, к каждому человеку, к брату, тем более к старшему, значительно старшему. Подбирать слова, нужно выражение, тем более, когда вы знаете, что это будет идти на общее обозрение, не только здесь, в нашей общине, а вообще на весь мир, что называется. Думать нужно, о чем говорить. Что слова, какие... Один раз скажешь, пожалеешь, а сто раз промолчишь, не пожалеешь. Галя, вперед руку поднимай. Да. Я хочу дополнить лишь то, вот на вот эти все, ты возьми, попробуй, ты возьми, без дрессуры там. Сережиных подвигов, Сережа, никто не умаляет, что ты его взял, обогрел, отмыл. Этого никто не делает. Единственное, вот как Виктор Андреевич сказал, подход. Ну, у меня и когда же это, смотрите, а это соблазн. Забросьте это слово пока. Когда уже будем подходить дальше, мы увидим результат соблазна. Соблазн или нет, результат. А так можно любое слово, только, ну, я вот, ну, что я соблазн даю? Вот благочинный Новоалтайский, Михаил Погиблов. Он отвечает на вопрос. Ну, вот мы пришли на Новый год, а там угощают мясом. Большой кусок мяса мне положили. Я священник. Есть его или не есть? Пост рождественский. Еще 7 дней пост будет идти. Он отвечает однозначно. Обязательно съешь, чтобы не подать соблазн. А то, что он пришел, там танцевал в этот вечер, пост идет. Соблазна нет. А зачем ты пошел в первую очередь? А дальше? Мясо едят, а ты бы сказал, сейчас идет пост, это нельзя. Он ни слова не сказал, слопал этот кусок. Понимаете, слово соблазн – это в игре крапленые карты, как называют. Вытаскиваешь, что тебе упадет? Все время туз выпадает. Приготовьтесь, пожалуйста, с понедельника приходите. Сегодня назначили, какое время приходить, чтобы кто на работе могли прийти. Мы и так уже сдвинули на 6 часов. Придите, помолитесь, тем более у нас на русском языке и на покаяние, на благодарение, на словословие тоже канон. К этому рано или поздно люди будут прислушиваться. Ну, приди хоть раз, умоляю, никаких. Это не соблазн. Ни разу Покровский собор не ходили на прощение. Это не соблазн. Вы лицемеры. Кто это соблазн в этом ищет? А вы представьте Богу определять. В нашей общине отец сблудил с дочерями с двумя. И обе родили от него сына. И не поймешь теперь, отец он им или дедушка. Он и дедушка, и отец. Соблазн или не соблазн выставлять это в интернете? Поднимите руки. Кто скажет, что это соблазн? Чего вы замолкнете? Лота боитесь? А лот это если измерение такое в море, глубину искать какую. Марк Твен, это означает Марка 2. Это псевдоним взятый. Сколько под килем у тебя, чтобы не сесть на мель? Мы сейчас все сядем. Зачем в Библии говорить об этом? Это святая книга Библии, нам показывает, вот чему вы верите. Кровосмешением занимаетесь. Да еще написано, и праведный лот, Петр пишет, называет праведным. Ну скажите сейчас, если человек, муж, живет, дочери напоили его, теперь с обоими блудит, и обе, однако, зачали. Другая живет 10 лет, ребенка нет. Оба, и два народа будут, и будут враждебные народы Израиля. Не секрет? У нас более почитаемо в Ветхом Завете, кажется, и нет никого, как царь-пророк Давид. Каждый человек знает псалтырь. Это он автор. Считает живым, мертвым. На любой канон везде Давид. Какова биография? Да не дай Бог. Он дважды под смертный приговор подходил. 10 жен. Маловато. А почему? Крышу увидал, крыши были плоские, красавица раздета, она и не знает, что сверху бинокль направлен на нее. Ну и увидел, ну и все, ну такое же все одинаковое, все. Ну значит, что он увидел в ней красиво, вверху или внизу?
Да за оградой, может, только голову ты увидал. И тоже, так, а ну-ка привезти. А сейчас ты жена. И жена оказалась того, кто ему жизнь сохраняет. Урия Хитянина. Так? И что дальше было? В постель затащил. А дальше? Скрыть грех. Она приходит, говорит, а грех-то растет внутри, живот все больше и больше делается. А муж придет. А я от мужа защищала. А мужа полтора года дома не было. Так что делать? Выход только один, убить мужа. И это все делает праведный Давид. Именем его и звезды все называются. Соблазн или не соблазн? В Библии оставлять это. 3600 лет на всех языках мира мусолят это. Лицемеры. Сегодня у меня уже не положительное к нему отношение. Понимаешь, к Лапкину. Я мягко говорю. Я к Библии пришел только потому, когда начал читать, что увидел, ничего не скрыто. Прозрачный доход. А вот о вас будут говорить так, а так говорят люди, которые ничего не делают. Ты говоришь так, скажи, сколько у тебя роликов? Да ни одного. У меня 9700. Чтобы понять это, своих роликов, в интернете больше этого нет. У Осипова 1200 только. У Кураева там 850. А это тысяч. И из всего все поставлены по молитве, и все находят пользу. А у него вот этот микс и что-то такое непонятное. Василий Николаевич. Побудил так к крещению. Совершенно не готово. Я, меня он так и назвал, Виктор Андреевич. И не со зла ты меня выставил, что я подтянул-то какого человека? Мертвого совершенно. Я сказал, ты видишь, какой он? Другим он не может быть. Мы должны по этой мерке мерить. Допустить. Я пошел уговорить батюшку, на меня теперь все сваливается. Он, Василий Николаевич, был и остался таким. Ни разу не был на исповеди. Маленький пример. Вы видели, сколько собак бегает? Возьмите одну собачку, обогрейте и сделайте ее, чтобы она сидеть. На одной команде научите. Не один. У нас настоящий, это называется кинолог. То есть это как будто слово кино, ассоциация. Сергей Павлович, это профессионал высшего класса. И я его убеждать должен. Позвонил. Сергей Павлович, если мы сейчас поедем, Васю заберем. Ты примешь его или нет? У него тоже лишней территории нет. У него дома он берет собак, дрессирует там по клеткам, по разным... Он, до этого я позвонил Андрею, машина застыла, не могу завести. Звоню другому, даже машина застыла. Безотказный кто? Николай Павлович. Кручина, мы поехали. Зная Васю, я взял с собой веревочек. Связать по рукам и ногам и привести его. Он уже болеет. Это решительная мера или нет? Ой, это соблазн. Подожди результаты. Подожди, брат дорогой. Не по своей мерке мерь, когда у тебя нуль. В этом вопросе. Ни одного ролика нет. К себе не приняли. Никто не искал. Мы сразу поехали. И Бог дал такого шофера. И все у нас одно к одному. Приехали к нему. А он заперт, у него застыло. Это не может открыть. Мы стоим на улице серьезным. Он плоскогубцами там дверь старается. Ничего не может. Василий, так? Посмотри на него. У него вид другой стал. Привезли мы его. Сдали. Сдали его в концлагерь. Бухенвальд, Треблинка, Освенцим. Тяжело мне это было смотреть, да? Но мы-то все уехали, а он остался там. И дальше он снимает, как иного отмывает. Он вообще дисциплины никакой не знает. Он за все время ни разу... Сколько лет уже как крещеный ты? С 11-го года. С 11-го года что получается? За 7 лет ни разу не был на исповеди. Ни разу. А ему прекрасно. Он пришел, стоял. Дальше собрание здесь. Ну, Людмила Степановна, другие обед приготовят. Он и притом здесь ест, вместе со всеми начинает. А потом еще в два раза дольше сидит на кухне, доедает. Я сказал, не делать это. Вместе сел и вместе вылез. Все до одного. Даже детям не... Он все равно делает по-своему. Я сказал, тогда туда не давать. Он мгновенно заговорил. А я совсем ходить не буду. Понимаю, вы подождите немного. Даже чрево голодное его не может заставить покориться. Вместе сели, вместе вылезли. Это в армии, в тюрьме, в монастыре, везде так. Я видел. Новоначальные монахи, переодетый, подрясник. Звоночек брякнули, выходить, а он не допил. Схватился, а другой монах по спине похлопал. Виссарион, это тут нельзя делать. Он еще не знает. Нельзя одновременно. Я говорю, это Василий. Вот он, ну смотри на него, направляй. Сергей остается с ним. Что? Накормить, обогреть. Вы слышали это, что говорится? Приняли, напоили, накормили. 25 глава Матфея. Вы буквально понимаете это только?
Да сегодня в кормежке-то мало кто нуждается. Где вы благовествовали? Кого, какую душу вы накормили? Кто ходил с Евангелиями? Кто? Ну дальше, продолжайте маленько дальше. А дальше он сидел в тюрьме. Выйдем от тюрьмы только на горе, СИЗО 17/1, 3700 сидит. А когда в душе человек все кипит и другого имеет, написано, откройте сердце. Отпусти узников на свободу, а это ко всем. А узники только у одного начальника тюрьмы, нет у всех. От кого ты закрыл сердце, тут решетки. Ожесточившийся брат неприступней крепости. Крепость какая-то. А вот сейчас мы видим опыт нашего брата Сергея Павловича, тут и пригодился. Одна женщина, конкретная история, жила с мужем. Ну, ясно дело, раз дети были, была и любовь, наверное, но уж не связывал он ее. Все, наконец развод. Этот дядя Павел оставляет на памяти собаку и сына. И сам ушел, и больше неизвестно где. А что она сделает с большой собакой немецкой? Раньше называли восточноевропейской. Только ей отвезти, заплатить деньги, сделает укол. И эту собаку, никому не нужную, не ученую, в руки берет Сергей Павлович. Платил ты за нее или даром? Даром. Даром. А вы знаете, что щенка начинает, я собаками занимался в уголовном розыске. Наше образование было в несколько раз, в разы больше, чем им сейчас преподают там. Следовая работа. Через много часов. Это не просто сидеть. Он ее берет и начинает заниматься. Она ничего не знает. Ни сидеть, ни подойти, ни ко мне. Он делает ее чемпионом Сибири. Она с нами едет от Тихого до Атлантического океана. Она отгоняет людей и охраняет нас. Как ангел-хранитель. Она птице не дает пролететь нигде. Возвращаемся второй раз. А до этого не ездили к дому, она просто собака, ученая, выступает, никаких званий нету. Сразу получает чемпион Сибири. Со второй поездки вернулась чемпион России, скажите. Из брошенного, выброшенного, и так отшлифовать. Это специалист. И у него, у Сергея-то опыта другого-то и нету. А Господь говорит, что книжник, научен Царству Небесному, выносит из сокровищницы старое и новое. Вот он старое и вынес. Собак дрессирует-то. А этот... Вы хуже, когда шел Давид на Голиафа. Ты что на меня, как на собаку идешь? Он говорит, ты хуже собаки. Он как Голиаф стоит на своем я, он никого не видит, не слышит. И Сергей немедленно занялся им. Да, слова, которые он там говорил, не надо было говорить. На 100%. Там первое, только первое, когда он узнавал его грех. Он добился и узнал. Он не знает Василий, как будто бы. И из него никто не вытащит, ни батюшка. Тут сознался в смертном грехе. И даже подумаешь, к нему, к такому, кто-то, вообще-то, человек в кочегарке где-то, это же, ну не выше же его кто-то пришел-то, не королева приходила. И Сергей это выявил. А, он открыл. Лота попутно припутайте, Давида. И когда Господь показывает всю церковь свою, весь народ, и говорит, кому ты не уподоблялась? Ты под деревом широко раскидывала ноги для всех, и всех попутно звала блудить с тобой. Ну и выражение. Ничего себе. Это израильский народ, богоизбранный. Это женщина-блудница. Вы считаете, а голая Голива? Они еще дальше пошли. Ты изображение делала, с ними блудила. А блудила в разных позициях. Это все в Библии написано. А дружба с миром, ладно, но это прелюбодеи, не мы. Читаем Иакова 4:4. Дружба с миром есть вражда против Бога. Сегодня ребенка отпустят на один день куда-то, и уже все там. И стоит, и ногу отклящила там, и фотографии, и язык, все высунет. Это не мирское. Вы дальше немножко гляньте. Он как мог, так сделал. Но сделал как? Он ходит собак дрессировать. И Василий с собой, и прямо он дрессирует. Дальше пошел расклеивать. Василий учит расклеивать. И он залез в сумку, копается. А сейчас все говорят, да какой он ленивый. Обстановка изменилась. Это первый день смотрели, такие отзывы были. А сегодня другой. Да как можно было взять? Да его долбить этого Василия каждый день надо. Другие слова пошли. Почему? Все обутый, одетый, накормленный и ничего не хочет делать. А Сергей продолжает делать. Я говорю, Сережа, только потерпи его. Наконец-то взмолился или как там. Вы не забывайте, у нас ролики готовые, когда его везут домой. А потом дома идет у него беседа, как он благодарит Сергея Павловича. Те, которые нападают, они еще не знают, какой крышкой вас раскаленной накроет Василий Николаевич. А потом Сергей Павлович...
Дома записываю полностью. Все, он делает разбор. У нас ролики стоят готовые. Два ролика от Володи. Мы смотрим, что ставить. У меня в архиве лежит столько роликов, которые еще не могут быть опубликованы. Это вы думаете, а все подряд потащили. Нет. Далеко. Но здесь именно польза. Польза редкой величины. С таким человеком, с таким фруктом, скажем, никто не будет трудиться. Это только Сергей Павлович мог переломить обстановку. И он уже и в комнате сидит, и дальше читает заповеди, бубнит там Евангелие, не может запомнить. Да я это знаю, не может, но я шага не сделал. Он его поднял, как самарянин, привез, обмыл, накормил, дал в руки Евангелие. Вася, так нет? Ну посмотри на него, что не завод, что я его клеймю. И дальше он не может 10 заповедей запомнить. Опять Сергей Павлович поворачивает по-новому, давай по-новому, давай с первой заповеди. Кто этим занимался? Мы поддержали брата в этом. Повторяю, первый ролик поставлен на словах, когда он выявлял грех. Грех, я говорю, можно было по-другому сказать, но он прямо спрашивал его. И кто это недоволен? Блудники. Сегодня наступил тот момент, когда уже я пересмотрел вот эту кучу. Сегодня у меня уже не положительное к нему отношение, понимаешь, к Лапкину. Я мягко говорю. Трудно это все в каких-то словах передавать. Им надо каяться. Тогда раз его вытащил он, а тот-то молчит, и он теперь зачем это? Я знаю, кто это больше всего ворчит, кто больше всего виновен в этом. Не сегодняшний, а может быть позавчерашний. Я молчу. Отзывы плохие, стараюсь удалить, но каждый день идет другое. Так что Сергей Павлович взялся, если так сказать, как будто и не за свое дело. А открылось-то сколько? Это по этой теме. Отвезли его, тебя по твоей просьбе домой увезли. Ты просился? Не послушание. Ну? Не послушание. Не послушание, говорит. Ну, не послушание не мог. Он тебя спрашивал о непослушании, когда были у Сергея, это, у Василия Николаевича дома. Я говорю, ты идешь на чужую квартиру. Квартирант всегда должен. Я с 4 класса по квартирам. Я знаю это. И делай. Пришел брат, говорит, освободи, как Сирахов говорит. Ты будешь слушаться? У нас записано это. Василий отвечает. Само собой, так было? Так, посмотри на него. То есть ты дал обещание. Теперь Сергей Павлович тебя берет. Я еще раз спрашиваю. Потом он спрашивает послушание. Он отвечает, да, почему что замороженный кочерышка. Ты не думал, что такое послушание? И он от тебя требовал, ты нигде я не видел, чтобы он требовал, выше планку поднимал. Ну, по твоему разумению, он говорил-то. Да и он-то не педагог какой-то. Относительно Василия Николаевича. Будьте осторожны. Слово «соблазн» проявится по результатам, по-другому никак. У нас Валентина Павловна была, Конева. И когда увидела «Потеряевки как есть», а я это в книге написал, не было интернета, да вы что пишете? Да это у вас там так не согласие. Да кто Потеряевку поедет? А кто не поедет, ему и согласия, не согласия никакого не нужно. Ее нет, а Потеряевка стоит. А больше надо, да Бог его знает. Мы просим, молим Бога, чтобы его воля была. Так по этой теме ясно? Ясно. А теперь посмотрите о детях. Дети сидят здесь. Ими занимаются. Наконец они заходят. Сидят все до одного ребенка. Привели туда, 10 минут прошло, 9,5 минут, и в это время выходят считать златоусты. Все до одного. Долой. Это не соблазн. То, что постоянно Игорь Владимирович об этом говорит, где дети, одни старички остается-то. Дети ничего не могут рассказать. А почему? А у них нет противника. Они ни с кем не борются. А вы дома разыграйте такое. Вот это неверующий пришел, а может соседи, и чтобы они начали свидетельствовать. Как ученики епископа Вавилы. Мы считаем такие, как Эспер, где они стояли, охота сказать, а хозяин идет. Давай поздороваемся с ним, а потом скажем, кто он такой. Поздоровались. Здравствуй, хозяин, называет его там Владимир. Здравствуйте. А мы не твои рабы, они в рабах. А мы рабы Христа. Чего? Мы рабы Христа. О чем ему говорят? А идущий рядом с ним ординарис и говорит, это генерал. И говорит, да это же христиане. Дальше разворачивается новое строение. А вы им, говорит, жертвенного стола посылаете, когда старту там всех, да, говорит, я им кусок мяса. Они ни разу не ели его. Почему? Они его собакам выбрасывают. Как? Жертвенное мясо?
Марса, Венеры выбрасывают, да. И дальше начинается история. Все пойдут под нож. Не соблазн? Маленькие дети казнили своих детей фактически. И церковь прославляет их. Возможность. А какой? Весьма необычный образ. Женщина подходит, рот закрыла. Что Иоанн Кронштадтский делает? Ложка ее в лоб, рот... Все. Это не один мы видим раз, а не так. Вот солдатки были, это соломенная вдова там называют ее. Она дома, никто не помогает. Она видит, одна такая хитрая, кричит, и ей все помогают. Бесноватая. И она тоже начала тоже кричать. Есть такие подучие вроде бы. Священник новый приехал, глядит, одна уже 6 женщин падает. А давно это? Да нет, недавно. А кто первый? Да, Авдотья делала. Так, мужчина, так ты самых сильных выбрал, оставьте их. Так, мы сегодня на изгнание беса будем экзорцизмом заниматься. Так, женщина, оставьте здесь. Каждую допрашивает. Ты почему делаешь так? Я не знаю, Евангелие выносит, я начинаю кричать. Сегодня ты последний раз кричала. Так, выведите ее. А у нее уже плети подготовлены. Они ее в 4 руки промыли. Так, еще будешь? Нет. Всех дано. Все. Проказу порчу снял со всего храма. То есть люди разные, они знают, какой подход. И Господь-то ведь нас лечит как? В какое горнило испытаний посылает? Относительно 3 миллионов в Сталинграде я этой цифры не знаю. Ну, еще видно, где-то было там. Было, если за один дом, как говорится, Бельгия пала на 3-й день, Франция на там, 2 недели, а дом Павлова защищали 82 дня. Из рук в руки переходил. И что, это урок? А кто туда попал? А в первую очередь пошли те комсомольцы, первая гвардия, которые раскулачивали людей. Дождались своего срока, и они пришли. Давайте договорим дальше. А это соблазн. Нет, это героизм. Героизм остался героизмом. Сегодня надо праздновать не покров Божьей Матери, а разрыв плакады Ленинграда. Вместо его. Или снята осада Сталинграда. Вот это надо было ввести. Почему вышестоящие это не понимают? А покров вообще не празднуют даже и греки. Юродивый один видел, на нем все построено. Я попутно сказать. Так, в Покровский собор, прощенное воскресенье, узнаете, в 5 или в 6 пойти. Моя просьба, убедительно прошу, вы не пожалеете. Там много будет священников. Придите, одетесь по форме, как у нас принято. Мы ждем, когда все пройдут, потом идут братья, потом сестры. Мы раздет. Придите. И, к слову сказать, нас каждый год там ждут люди, чтобы показать. Вот пример, как люди ведут себя, как спокойно, как одеваются. Выбери время. Приди туда. Теперь мы говорим о суде страшном. Он называется неподкупный. Неподкупный только об одном говорится. Царь на суде. По-славянски неумытный. Ну, тут непонятно. Значит, неподкупные. Самые подкупные выходят судьи. Слово-то взято какое, да? Ты дальше-то рассуждай. Что за этим стоит-то? Суд страшный. С большой буквы, значит, суды эти уже и не страшные. Можно подкупить и прочее. А дальше я разговариваю. А судьи Бог как говорит, кто? Сборище священников. Лютые волки. Ой, какие... Да это же там патриархи попадают. Все попадают. Соблазн или не соблазн, как Серафим Саровский 3 дня ночи молился о русских архиереях. И ответ от Бога прозвучал, не помилую, не пощажу. Вы понимаете, приговор-то вынесли уже. А мы теперь трясемся за словом соблазн. Не так все просто это выглядит. Посмотрите по результатам. Если Феофан Затворник в 1861 году говорит, еще одно поколение, от силы 2, и православия в России не будет. 5 поколений прошло. Я всегда делю на 2. Или это был лжепророк, это Вышинский. Ну, он, такой был епископ-то у нас. Мы не можем сказать, что его не было-то. Или он имел в виду, или другое православие, какое у нас сейчас есть. Люди-то никого не знают. Из храма выше никого нету. Никто никого не знает. Все чужие. Кого крестили? Сколько? 500. Хоть с одним обедал священник? Нет. У нас это все есть. И с нами он здесь, и слышит, и есть о чем подумать. Соблазн-то главный сеется там, где фарисействует, где ничего не делают. Это правильно замечено. А говорить об этом соблазне, да весь мир в разврате. И он клещами буквально вытащил. Да это никому не под силу было, только один человек у нас есть такой. И он вытащил его из зубов буквально. И к батюшке
считай, пинками загнал его на исповедь, первая исповедь за 9 лет. Почему об этом не говорите? Это никому не удалось, я даже не... Я только все, да, Сергей Павлович, какой тебе талант дан? Ты как ты можешь 5 собак у него, и всех положил, как мертвые лежат, и сам лежит полуживой. Я с одной собакой возился, а он у нее 5, и кота положил, лежит, ноги вытянул, как мертвый. У него необыкновенный талант. Ну, попался какой-то еще один пес смердящий, он так себя называет. И ничего, его поднял на ноги. Да главное, ты посмотри, как он приоделся, сестры тут и... Да? Он нарушил правила, нарушил обещание, и поэтому отвезли его. И дома еще с ним говорят. Его не выгоняли. Но ты хочешь домой? Ну, раз я не исполняю, тут я зачем? Тут вот как события-то обстоят. Поэтому, что говорила Галина Александровна, все это верно. Ну, тут случай такой, что надо пояснение дать. Знаете, от чего секта рождается? Интересный афоризм я прочитал у великого-великого миссионера Лазаря Кунцевича. Я у ног его сидел и учился. Он расстрелянный мученик. На его журнале «Ревнитель». Это примерно 1400 страниц размером журнал «Огонек». Я около 7 раз его законспектировал. Он сделал меня миссионером. Он ответил: «Секта – это нечто грозное, зловещее и неуловимое». Ну, грозное, зловещее, понятно, что в ад идет, а неуловимое. Почему? Они меняют все время подход, тактику. Я приготовился, пошли ребята, наши беседы с адвентистом, потом говорят, они, говорят, совсем не те места подняли, а на те места не готовились. Грозное, зловещее, неуловимое. Отец Дмитрий говорил, секта это, запомните хорошо, узость взгляда на истину. Узость взгляда на истину через танковую щель. Он... Узнал суббота, суббота не то. Он субботники поедет, суббота, суббота, суббота. Узнали звать Иегова, 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 Иегова. Дальше он никак не идет. У нас-то свое. Икона, икона, икона. Мы икона, страна икония. Узость взгляда на истину. Да, вы видите на исправление брата. Вы с ним не были. Почему так узко смотрите? Посмотри пошире. Ну посмотри на него, он голову поднял. Он крючком все время вот так. Это истинный монах. Ничего не видит, не слышит, ждет обеда. Дома картошку дали, заморозил. Смотрит дыра на улицу, на улице 16 градусов, дыру заткнуть не может. На улицу снег просто. Вы почему дальше-то не говорите? Сергей Павлович стронул с места эту глыбу. Он надорвался с ним. Я его не одобряю, когда он где-то с собаками так жестко. Результат, смотрите. Чемпион России по защитной кормовой службе. Мои собаки занимали первое место в уголовном розыске, но они никакими чемпионами не были. Я даже сравнивать себя не могу с ним. Хотя на какое дело готовили, то, конечно, важно, там, разыскная, уголовный розыск. Значит, закончили, что говорили, еще раз обдумайте. Мы ничего не убираем, доставим, я определяю сам, да, относится как бы к общине, община никакого отношения к сайту не имеет. Вы его не образовывали, ничего нету. Он совершенно независимый от общины. Ну, я говорю, да, это наши люди, тут все. Отвечаю за него только я. Я отвечаю перед администрацией этих ресурсов, там, вверху где. Только я отвечаю. Потому что все это на мне, мной зарегистрировано, определенная дата. И когда мы перешли за 5 тысяч, за 5 миллионов, кажется, было, перешли количество просмотров, вчера только вышло уже 13 миллионов у нас. Это цифра. То нас система... Вывела СМИ, как назвать-то, средства массовой информации. И мне сразу же выкладывают, как я должен вести себя, что ставить, показывать. Я все время вписываюсь в это, нигде ни разу не нарушили. Нигде. Мы не просто я частник пришел, а вы знаете, там нет. Работаете, нет. Конкретно скажите, мы ходили на занятия, хорошо было в университете? Хорошо, но это только кружок вот... Дальше университета ни одного слова не выходило. Вышло теперь то, что один сидел на первой скамейке, не нашего круга, и более интересно, и он все записывал, и записывал, и записывал. Две коробки написал этих, потом подошел мне и говорит, я говорю, а вы, а я уезжаю отсюда. Я все проповеди записал. Там не просто проповеди. Как я изъяснял молитву Царю Небесной. 60 проповедей сказал на одну молитву Царю Небесной. Это чего-то стоит? Меня архиереи, митрополиты просят, дайте этот материал. Как можно... Царю Небесный Утешитель столько найти. И каждая проповедь была 20-25 минут, вступительное слово. Вы это знаете. Сегодня мы не имеем возможности этой.
Москва отняла все эти здания, они ей принадлежат, то есть запускать туда. Сергей Павлович образовал сейчас, 3 раза в неделю идут занятия по интернету. Там люди есть у нас с Австралии, приходят с Америки, с Израиля. Кто сделал? Он. И ведет по сегодняшний день. Кто из вас ходит на эти занятия? Вот. 2-3 человека. 2-3 это мало. Повторяю, мало. Но эти занятия, которые идут, они идут далеко-далеко. Они выставляются все. Если столько у нас подписчиков, уже 13 тысяч. 13 тысяч. Но это чего-то стоит. 13 тысяч – это не газета какая-то. Почему не приходите на его занятия? Выхода в интернет нету или все равно? Ну, приходите. Там можете высказывать, задавать вопросы, если у вас есть что сказать. Повторяю, их ведет Сергей Павлович. Сегодня будет это в 6 вечера, опять же. Идут здесь. Ни там нету, на занятия здесь не остаются эти люди. Здесь. Редко когда и кто остается. Ну, кто остается на занятия, вы знаете. Одни и те же. Немножко еще добавлю здесь об этом узости. Есть люди, которые свое состояние не могут определить. Он не может. Я говорю, почему ты сейчас захохотал? Просто ха-ха-ха. А что? Разве Бог запретил? Запретил. Написано горе смеющимся ныне. И опять маленько погодя, ха-ха-ха опять. Это те люди, которые сидят здесь у нас. И он зато говорит, ты хохочешь, раскрыл рот и не думаешь, что сатана вскочит в тебя. Ну, слишком примитивно. Рот разинул и вскочил. Ян Златоуст, не спорь. Он говорит, горе смеющимся ныне. И блаженны плачущие. Это разница большая очень. И есть кто блажен, которого найдет не спящим. Потому что сон в духовном плане означает смерть. Друг наш Лазарь уснул. А Христос говорил не о сне обыкновенном. Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос. Спят все время. На занятиях, на собраниях они все время спят. Я говорю, ты спал? Нет, не спал. На это Писание говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Если ты вот это сонное состояние вот так клевал и говоришь, не сон, то какой же у тебя сон-то настоящий? Тебя кувалды не разбудить. Это не соблазн. У нас съемки здесь идут. И показывает на него поворачивает, сидит и спит. Вы соблазна-то даете, это немало. А ведь это и на службе у нас стоит, раз качнулся, чуть не упал. Ногу подставил, ладно, что? Ну еще головой качаешься. Ты, да не один раз это было. Ну, перед службой-то у нас в лагере днем не спят дети. А перед богослужением в субботу обязательно даже лечь, хотя бы сейчас поспать. Мы заботимся, вы заботитесь о детях своих, когда ведете. Он не успел зайти и уже падает, стоит прямо. Я тебе говорю, мама, ну ты знаешь, о ком говорю. Ты не думай, что твои дети безразличные. Это наши дети. Вот это касается общины. Повторяю, ни канал, ни мой мир, ни одноклассники, никто не отвечает, кроме того, кем они открыты и кто за это ответственный. Так что снимите это с себя. За ресурсы отвечаю только я. Ни администрация, кто оплачивает, они не отвечают. Перед властями. Перед властями ответственен только я. Помолитесь. Мне так непросто бывает. Я иной ролик держу год. Недавно у нас была свадьба. И член нашей общины. И наши сестры там были. И все засняли. Мне пригласительное. Ну, близкие-близкие люди наши. Приглашение. Я говорю, я приеду не один, с Володей, и мы там заснимем. Долго молчали, а потом нет. Вы сейчас снимете, мы только еще наладили знакомство друг с другом, как бы не разрушились соблазном. А какой, это же на свадьбе уже будет, все. Да. Я даю свой вот этот аппарат, человек туда поехал, и я дал отцу невесты, я говорю, ты все запиши. Все официально, он там записывает, я не вижу. Наш батюшка венчает там, в храме, там, в другом городе, все как надо. И теперь мать дома просматривает все, она, ролики маленькие бывают, их надо соединять. Она говорит, вот это такой номер 5, который не надо. Не надо, их сразу выкинул и все. Все остальное одобрили родители. Я все, когда просмотрел, у меня жена просит посмотреть, я даже ей не дал. Так, брат Николай, так что я очень хорошо фильтрую. Свадьбу, бракосочетание,
совершенное нашим отцом Акимом, и там все эти наши вот общинники были-то, я по сегодняшний день ее не могу выставить. Не могу. Полное разрешение, я не могу. Мне звонят из другой области батюшки. Батюшка говорит, а что не выставляешь? Батюшка, не спрашивай. Батюшка, ну ладно, ладно, не говори, он понимает. Понятно? Я видел фотографии. Я не могу выставить то, что официально они уже где-то выставляют. Но это касается то, что идет отсюда, это значит, в вашей общине были люди. Я берегу люди, которые в общине. Вы даже не знаете. Вот здесь касается. По сегодняшний день я иногда охота выставить. Ну, красиво все, я одет и, ну, не могу. У нас были здесь беседы некоторые. И задействована была одна душа несовершеннолетняя в то время. Теперь она совершеннолетняя. И фактически очень полезные ролики. Очень и очень. И я по сегодняшний день спрашиваю разрешение у них. По сегодняшний день. И у отца, и у дочки. Разрешите или нет? Еще подождать. Я его не выставляю. Так что показываю. Контроль очень строгий. Не просто так. И это уже прошло, наверное, лет 5. Я 5 лет помаленьку подхожу и никак. Почему? Тут несовершеннолетний замешан. А родители, они властны были дать разрешение. Ну, там связано еще один из них, может быть, и неверующий. Так что я не оправдываюсь, но говорю, что я тщательно смотрю, корректирую. Цензор здесь только я. И моя совесть, и Бог. В этих книгах вот цензора не было никакого. Кроме того, что я молился, просил Бога, и цензора другого не было. Моя совесть и Бог. На эти книги, вы знаете, сколько нападок? 3 епархии назначили специально цензорские отделы, книги у них вырвали там из библиотек, и над ними сидели. Сидели люди с высшим образованием, ни одного слова не дали. 3 цензорских отдела. Кузбасская, Кемеровская, Тульская. Дальше. Все это идет в монастырь Одесса. И там, оттуда мне человек звонит, там профессор, кто задействован. Молчок. Теперь отсылает Киево-Печерскую лавру. Центр. Проходит 3 года, 4, ни звука, а всего-то 15 лет прошло. Ни одного слова патриархия нигде не сказала, а я такие слова здесь говорил. То некоторые читали и говорили, да вы же патриарха так осуждали, а сейчас за него горой стоите. Поясняю, я не осуждал, я разбирал его выступление, он отвечал на вопросы, я показал, что ответ дан неправильно, я имею это право сказать, потому что соблазн от их слов, когда они говорят. Я их разбираю. И у меня 60 вопросов, только 6 правильно. А 34 ответа дает неправильно. Теперь говорят, да это надо какие знания было иметь, что патриарх отвечает, и вы... А я провожу, даю ответ, почему неправильно. Ссылаюсь на книги, на священное писание, на соборы и историю нашей страны. Неправы. Тогда он был этот патриарх митрополитом, ну, калининградским, смоленским. От патриарха Алексея II точно так же 6 вопросов. Старообрядческий митрополит точно так же. 60 вопросов, примерно 6 это только правильные. Почему никто это не разбирает-то? Вот где соблазн-то. Здесь соблазна нет, когда мы разговариваем. Соблазн в том, что сделал человек. Приходит Нафан и обличает Давида. Ну, в виде притчи. Вот было овечек много, не заколол. Пришел гость, он взял, та овечка на груди у него спала, заколол и накормил. Давид как взыграл? Смерть ему! Это ты! Вот попятился. Так, у тебя сколько же он? 10? У него одна была, у Юрия Хитиянина. Он охранял тебя, он в горе. Ты сказал, брось его, когда вступление, чтобы убили его. Это ты! Нигде в Писании не сказано, что не надо публиковать было. И Давид, мы понимаем, у него говорит, постель молю, обращаюсь слезами. И он выбил из него такой псалом, который из 150, самый популярный, 3600 лет, во всей мировой литературной политической практике. Самый сильный 50-й псалом. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Не пришел бы, не причин, еще не было. Соблазн подал данный из этого соблазна. Уже миллионы людей пришли к покаянию. Вот то, что сделал Сергей, это еще впереди будет работать. Кроме того, что он сказал дважды там слова такие, это, ну ты знаешь, когда говорил там. Ну ничего не сделаешь, как есть. Пусть видят, какие мы есть. И притом эти слова как раз и вырвали из него это покаяние. Вот в чем дело-то. Я сказал, какими словами пользуется Священное Писание. С кем оно нас сравнивает. И сегодня, если сказать кому-то, ну что ж я сделал плохого. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ты же знаешь это. Нет только там любовь к миру, прикрытая чем-то.
А это полностью страдает сегодня вся церковь и все секты в этом. Мне это определение. Верхняя пуговица расстегнут, я уже знаю, близких масонам. Галстук есть, это одно и то же. Два положения. Они этого не знают, не видят. Баптиста других кто организовал? Масоны. Кто об этом кричит, видит? А я говорю, так это соблазн. Вы братьев раздеваете? Нет. Церковь раздеваете? Это вы ее раздеваете. Вы грехами своими. А мы не хотим это держать закрыто. Мы говорим, вот так. Семинаристы. У них преподаватель. Но он монах. И он что? Мужеложник. И он теперь пятерку поставит, переспит с ним студент. Семинарист. И они тогда пожаловались. И вышло все это на Андрея Кураева. Дай Бог ему здоровья. Он это опубликовал, по патриархии со всей силой ударил. Как они засуетились сразу. Он говорит, не один здесь. Начинает называть, которые были там. Они готовы его на мелкое раздробить. И все это в интернете выставлено. Да, соблазн. Скрывать не надо. Дело поднято. Но он сделал такое, того убрали. А теперь они уже, говорит, обожглись и уже охраняли себя. А это свирепствует буквально. Католические целебатники, у них принимают священники, только не женатых, обнаружилось столько зла, чтобы их выкупить, они продавали храмы. Храмы продавали. И заплатили 2 миллиарда долларов, чтобы спасти мужеложников. Это что? На кого-то спасли они этим? Нет. Вот для соблазна-то. А Сергей Павлович соблазн тут, если даже и есть какой-то, для тех, которые сидят, ничего не делают, привыкли по головке гладят. А Библия – это гром. Библия – это молния. Это все абсолютно в Библии. Слово не подобно ли мечу и молоту, разбивающему скалу? Он сумел поднять. И он сидит, читает заповеди, говорит. Василий Николаевич. Никто бы не знал, что этого Ваську зовут Василий Николаевич. А заметьте, к царю, когда приходили, там всегда говорили, кто? Не Трифон пришел, а Тришка. Если Николай, то Колькой должен назваться. Уничижительно в самом названии было, ничего в этом нет. Василий Николаевич, и он, смотри, как преобразился. Сегодня голова-то не крючком, из монашества выходит. Да, да. Так, еще немножко только скажу, что к нам это относится. Новые ереси появляются. И вот узел взгляда на истину написано, и Христос зашел, сказал ученикам. И вот беседа этот человек, назову его Кузнецов Дмитрий, я его знал, он очень к нему близко, вот эта женщина у нас была с 6 ребятишками. Она, он там помогал ей. И вот он с Петром Михалевым, со священником беседует. На каждом шагу прерывает. Прервал он, примерно его, когда они беседовали, 400 раз. А священник, я говорю, да что он повидло сидит. Ну, может, маленько-то хотя бы укоронить. Нет, он. И он выжимается, то другое, бесноватый. Он богоматерился всегда, и бес в него в это время вошел. Он согнался, где он есть. Но теперь он не понимает. Запомните, Кузнецов Дмитрий. Я не говорю, какой он, когда, но сегодня. Он на меня выходил, не раз мы беседовали. И он что? А где про священство сказано? Ну, написано вот, говорит, ты сказал ученикам, мы не апостолы. Ну, апостолы – это ученики. Нет, написано ученикам. Вот узость взгляда какая. Ну, каждый раз. Но блаженные нищие духом, их есть Царство Небесное. Нищий духом, и уже царство готово, да все остальное по боку, и добрые дела. Ну нельзя так узко понимать-то, к этому стиху-то и другие приложить надо. Никак. И он беседует с ним, и священник, видно, вошел, да уже не рад никак. А тот долбит и давит свое, это православие никакое, он потерял церковь, ничего нету, не причащается, он никто, он еретик. Бесноватый еретик. С ним беседовать не о чем. Повторяю, около, мы так приблизительно прикинули по первым минутам, около 400 раз прервал только священника. А надо беседовать, сразу сказать. Порядок такой, есть шахматные часы. Нажал, твое время идет, ты нажал. И вот так они играют часы перед каждым. Включается, выключается. С ними беседовать, договорились, кто-то должен сидеть. Смотри, по времени, как поднял руку, ты на полслове должен оборвать. 2 минуты, 2 минуты. Если он трижды прервал кого-то, встрял в эти 3 минуты другой, все, победа не тебе принадлежит. Встреча закрыта. Ничего этого не было. Надо поставить условия. На будущее вам, который не имеет этого ничего. Вот пишут, что община Лапкина – тоталитарная секта. Но, скажу честно, вы глаза-то сзаду поднимите. Посмотрите на видео, как Папа Потеряевский и глава тоталитарной секты строят плотину 7 лет.
500 000 денег благотворителей этот тоталитарный гуру закопал в землю. То есть в какой тоталитарной секте это такое было возможно, чтобы гуру, ходящий как бомж и живущий в полубомжарском доме, закопал ради своих адептов сотни тысяч рублей в день. Тебе еще интересно, Ваня, кто из его тоталитарной секты работал на плотине? То есть сам тоталитарный гуру и три его блаженных сотоварища. Ни одного потеряевского жителя рядом не было. То есть если Лапкин — это тоталитарная секта, то, по идее, этот, во-первых, человек должен обобрать всех своих адептов, собрать с них деньги и на их деньги строить в Потеряевке. Следующее. В тоталитарной секте должны быть согнаны все адепты и работать, как сказал гуру. Ну, кстати, у нас так и примерно строили свой ашрам в Томске. То есть в воскресенье собирали достаточно много гришнаитов, ну и задарма строили. То есть надо посмотреть собрание общины. Как адепты его тоталитарной секты противоречат своему гуру. В какой общине, в какой епархии нашей, типа не тоталитарной русской православной церкви, простые прихожане могут так спорить с настоятелем или архиереем? Ну, надо-то внимательно смотреть про тоталитаризм. Но нужно понимать, кто на Алтае живут, это же кулачье. Кулачья-то надо на самом деле очень тяжело зазомбировать. Все упертые, даже тот Никита, о котором говорят, что Лапкин вытирает о нем ноги, он упертый ведь баран. Попробуй его зазомбировать. Как ты на меня вышел? Давай отсюда выдох. Как? Нашел контакты ваши на сайте «Во свете Библии», телефон, и позвонил по телефону мобильному. Ну а почему ты решил вдруг звонить-то мне? Чтобы встретиться с вами. Вот ты на мне позвонил, и чего ты хотел от меня? Приехать жить сюда-то. А с чего ты вдруг решился на такое? Ты уже ролики наши смотрел? Да. Ты видел, какой я жестокосердный, как обращаюсь, грубо, о чем он будет сейчас будем считать, писал? Ворчливый, там, сопливый, какой угодно. Почему ты решил сюда ехать? Россия огромная, 120 миллионов. Почему ты на меня именно вышел? Уникальность некую увидел у вас. В чем она заключалась? В свободе, как бы, вашей, вы, как сказать, это... Я скажу, вот мы к этой встрече, я тебя подготавливал что-то отвечать, или ты сейчас спонтанно, вот я задаю впервые тебе эти вопросы здесь, сегодня вот. И ты отвечаешь, или я в тебя вложил эти слова и сказал, ты отвечай вот так, не позорь меня. Да нет, сам сейчас думаю, отвечаю. Перед Богом. Да. Ты мне позвонил, я тебе еще сказал. Одинокие тут не приживаются, нет никакой возможности мне приехать. И ищите на Украине там, батюшки какого-нибудь. То есть я опять же к священникам отправил тебя, что я сделал не так? Я отдельно такое называешь уникальный, то другое. Если мне будете искать замену, вы не найдете, ее нет замены, я один. Это все говорят. Все, власти мирские, КГБ, все говорят, что у меня не просто уникальность, а на столетие такого никто не делал и так не вел себя, то, что делаю я. Комментировать блаженного Феофилакта, это 900 лет, никто не делал этого. Андрея Крицкого 1200 лет стоит канон, никто его не трогал, я его перевел на две ступени. Никто, никогда. И дальше, я тебе отказал, ты успокоился? Нет. То есть ты показываешь здесь настырность, настойчивость, целеустремленность, так даже назову, возвышенным словом. Ты снова звонишь, я в деревне нахожусь, я что отвечаю? Вопрос-то решен, что не можете меня принять, ищите работу там шахтером, где мы в Донецке, и там работайте, там живите. То есть я узнал, что никакой у тебя специальности нету, ты где попала, при церкви что-то там, тебя они уже священники сватают. Ты вызвал во мне, во-первых, недоверие, а во-вторых, не зачем ехать. Я не обольщал там Богородицко-Алексеевскими монастырями, я тебе категорически отказал, так? Так. Ты снова звонишь. Уже в городе я. Я тебе еще отвечаю. Опять же, не определил. Негативно, в общем. Негативно. Как к Кальмаеву. А что звонишь-то? А потом он приезжает, принимает крещение. Уже на пятый раз я ему разрешил только так. У нас разный подход. Они обходят море и сушу, чтобы сделать сыном гиены. То есть по интернету он сидит, он неподвижный-то.
А мы никого не приобретаем. Мы обращаем людей. И все до одного, которые крестились нынче, все до единого за 50 лет направляют со мною в Московскую патриархию. Что тут непонятно, что мы разные. А они ее разваливают, патриархию, вот таким вот своим поведением подлым, негодным, лживым. Он даже не знает, кто он, чей сосуд. И как я тебе разрешил первый разговор? Проверка началась? Спустя, может, месяц или больше, вы мне ответили, что пришлите фотографии в таком-то виде, в таких-то местах. В каких местах? Возле военкомата городского и отдела милиции. Как поставить руку, поднять, все, да. Чтобы я проверил, что именно ты. Сделать быстро, чтобы чужой не сделал, посмотреть на тебя, еще что. Трудовой книжки, этот, паспорт. Паспорт, что там еще, военного билета. Все. И все. И после этого только? У меня это, готовьтесь к весне, написали после Пасхи на приезду. Все. Тогда будет видно. Вот все, я был в Сан-Франциско. И меня архиепископ Антоний, тамошний Перекрестов Петр, священники. Вдруг я с народом, они меня вызывают, и там у них подвальное помещение, ну, такое же церковь, скажем так-то. Скажите, а вы вот такого-то знаете, там, Шафрана другого-то, батюшка знает, я нет, это кто священнослужитель, я их не знаю, я сторонюсь их. Потому что если я начинаю говорить, из них брызжет. А как их можно узнать? Вот к нам приходят, мы напринимали таких, что даже они в Московской патриархии оказываются на последнем счету. Я говорю, присылайте Потеряевку. 3 месяца с нами побудут, я вам дам полную характеристику, принимать их в русскую зарубежную церковь или не принимать. Разумно? Ничего не надо, спать будем вместе, пить, есть, работать. И все, 3 месяца ему не выдержать. Когда задали мусульманам, которые ваххабиты, и говорят, а в вашу среду не могут разве где-то внедриться евреи? Они говорят, не могут. А почему? А вы знаете наш образ жизни? Мы 3 раза только молимся, ночная молитва. 3 раза. Не считая дневные 5 намаз. Он или сойдет с ума, или будет как мы. Вот я-то ухватил эту фразу и сказал, ты будешь такой, как мы, или сойдешь с ума. Хотя сходить-то тебе уже некуда. Тебя там довели до этого состояния. Мне нравятся выражения, кто бы их ни сказал. Я их проверяю, подвергаю анализу и говорю, здорово, это в арсенал мне, ко мне, в мою житницу. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Мартин Лютер. Так он еретик. Я его и не беру, я фразу беру. Наша радость от трудовых побед. Владимир Ильич Ульянов, Ленин. Самая неприятная для меня личность. А я беру его выражения, они мне нравятся. Нравятся? Дальше. Ты приезжаешь. Я тебя послал куда-то в монастырь к кому-то? Или что я сделал с тобой? Хотя говорил, что со мной ты жить не будешь, а будешь там у другого брата, так? Так. Но я тебя сразу оставил у себя. С какой целью? Незнакомого человека впускать к себе в дом, приехавшего с другой страны, все понимают, это редкость исключительная. Ты не знаешь этого. Почему я тебя принял в дом? Потому что все эти месяцы я молился и молился о тебе. Ни день и ни два. Слово «прелесть» ты от меня слышал когда-нибудь? Чтобы я сказал, ты в прелести, ты в прелести. Нет. Это нету. Из арсенала у меня это слово не выпадало. Его не было там никогда. Прелесть – это все монахи, священники. Прелесть, иди разбери. Что это такое? Прелесть. А как они понимают прелесть, вот он как раз прелестник и есть. Вор кричит, держи вора. Они в великой прелести Библию заменили вымыслами. Слова божественные отвергли. А Давид говорит, 118 Псалом, 113 стих, вымыслы человеческие ненавижу. Ненавижу. А закон твой люблю. Они этого сказать не могут. Они так, закон Божий ненавидят, а вымыслы свои любят. Поволокли слова свои на плаху, а измышления, слова его на плаху, а измышления свои на пьедестал. Я написал стихотворение на это. Ну, а ты ко мне приехал. Стали мы с тобой жить. Тебе что, вызвало какое-то то, что, о чем сейчас будем считать, Дудин говорит? Какими именами ты, он меня клеймит? Ты это во мне увидел или нет? И почему не повернул оглобли назад? Или я стал тебе помогать прописываться где-то, заботиться о тебе? Дал тебе место, постель, кормить.
Да, у меня обеспечили жильем, питанием, ну и работа у меня появилась сразу. Все? Все. То есть я тебя, Валерий, женский какой там Алексеевский монастырь не посылал. Нигде. Но сказал, впереди работа, детский лагерь. Так? Так. Ты сюда приехал примерно когда? Май 10. 10. 10 мая. Интересно, 10 октября, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Будет 5 месяцев. За 5 месяцев мы тебя узнали. Ты к нам пригляделся, узнал. Я нашел в тебе не просто изъян, а заброшенная помойка. Заброшенная, в которой даже не глядя валили все. Никто тобой не занимался, гвоздя забить не знаешь. Проще всего расстаться с тобою. Убыток один. Но я каждый день вижу маленькие подвижки у тебя вперед. Ты безразлично идешь, лежит, там бежит, упал. Тебя не касается невозмутимое лицо. Ну, монашек готовый дело. А я увидел это жестокосердие. Ты чужой, сквозняк. Ты к нам приехал, работа тебе есть? Есть. Богослужения идут? Идут. Ты богослужения наши и там можешь сравнить? Где ты бывал? По порядку, по чинности? Могу, конечно. Занятия какие-то там были здесь, делаешь различие? Делаю. В какую сторону? Тут гораздо, так сказать, правдивее, что ли. Какую ты работу делал, которую ты сразу сделал, и была бы она не перевернута, не извращена, назови мне. Где бы что-то не сломал, не забросил. Да нет такой работы. Нет такой работы. То есть везде ты оставил разрушительный след, так? Ну, тележку сломал. Там этот выдергу сломал, лопату дал, лопату сломал, там разбил, там. И однако тебя каждый день я продолжаю учить. Для них это ворчливо-сварливый характер. А Авва Дорофея считали, они обманщики, они не считали его. А Авва Дорофей учил всяким мелочам. Кто-то спросил, а почем ты купил этот нож, ковер? Он тебе надо это? Да сифей. Зачем ты ненужным голову забиваешь, любопытнишь? Я не рыскаю по их каналам где-то, а он у меня ВКонтакте сколько раз. Злоба превышает разум. Почему Исидор Пелосиот говорил? Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Вот это у него есть. У него предвзятости поза глаза и злобой захлестнутый. Еще он не может всякие попахивать сектантством. Ну вот только 16-е, сегодня у нас 19-е, завтра, сегодня 20-е, завтра 21-е. А 16-е, вот, 3 дня назад, у нас служил митрополит Сергий Иванников, а до этого Максим Дмитриев служил. А до этого вместе мы были, Антоний был, Масендич. Я у него причащаюсь, меня причащает митрополит, и митрополит ко мне в храме наклоняется, и Игнатий, скажите проповедь. Он не на лапшу приехал. Так он митрополитов в ту же яму толкать должен. Кого он причащает, еретика? Кого? У кого он проповедь слушает? Он сидит в алтаре, в это время я говорю проповедь. Полчаса. Я ее не закончил, закончил за обедом. Ну глянь маленько, открой глаза. Лапкин просто упивается своей властью. Так, какой властью? Лапкин упивается своей. У меня нет власти, нет семинарии, нет академии. Упивается. Пусть хоть один человек скажет, как я упиваюсь. Я тебя не принимал. Ты сам залез под мое крыло. Ты день и ночь здесь должен Бога благодарить, что последний раз я тебе не дал отказа. Ты работаешь. Ты научился копать землю. Уже научился. Ты научился теперь удалбливать ее землю. Простые специальности, но ты этого не знал. Не знал. Ты научился теперь с печки, научился рыбу ловить. Ты этого ничего не знал. Ты научился варить, и притом, ну, не так, как, допустим, Володя, но научился. С собакой бегать, ухаживать за ней, смотреть. За кошкой. Ты этого ничего не знал. Элементарного. Самого простого. Научился есть правильно за столом сидеть. Научился. Я тебя по порядку буду перечислять. Много. Память развиваю тебе. Вот это должен сделать, это, и ты уже смотришь. Ага, тот другой. Памяти никакой нету. 4 года компьютерных игр, наркомания твоя там, я уж не говорю, там остальное, все больше всего блуд съедает мозги. Я, однако, не опустил руки. И как он охарактеризовал? То есть это совершенно чужой, это не психиатр, никто, психически больной человек. Клеветник, повторяю, другого названия для него нету. Но для меня он по-прежнему батюшка, я подойду и благословлюсь.
не лишая его ни благодати, ни сана. Но положение его тяжелейшее, страшное. Дальше. Греховные страсти в нем просто кипят. О, какие слова. Греховные страсти в нем просто кипят. Какие страсти? Пусть он назовет. Чтобы я на исповеди это исповедовал. Греховные кипят. То есть я не могу не сделать, они кипят и кипят. Какие? То есть он может сказать только о своих страстях. Он не может назвать ни одной моей страсти. Страсти во множественном числе и кипят. То есть бурлят непрерывно. Он не знает этого. Но он примеряет то, что с тобой я как поступаю, говорю тебе, это ему не подходит. Он неприкасаемый. Поэтому он это себе принять не может. Попы в сословии неприкасаемых. Это особая каста индийская. А ты пария, пария. Это самое униженное в Индии. И он такой именно. И это называется страстью. Я тебя учу правильно забивать гвозди, вытаскивать, работать топором. То есть, что необходимо в этой жизни. На огороде ты работал? Работал. Помидоры собирал? Собирал. Сажал, нынче был? Сажал. То есть, тут нет ни одного дела, к которому бы ты не прикоснулся. Были дела, которые впервые в твоей жизни коснулись твоих рук? Да почти все должно быть. Почти все до одного. Дудин, слушай. Бессовестная душа твоя. Что тебе говорит человек, с которым мы занимаемся? Сколько я время трачу-то? Но он есть для того, чтобы через него вас найти. Выловить и вам подсказать, кто вы. Теперь пишут против монашества. Ну, давайте посмотрим. Человек полвека не ест мяса. Строго соблюдает уставы постов. Ну, я так не делаю, кстати. 7 раз в день молится. Сотнями поклонов. Жена давно живет за стенкой. Спит не более 5 часов в сутки. Одежда самая поношенная. То есть человек уже долгие годы живет как монах Нерон. А вот тут очень важный вопрос. Человек, живущий монашеские жизни, долго, при том, что и вполне, я считаю, успешный, имеет полное моральное право критиковать монахов и прошлого, и нынешнего. У него есть на это моральное право критиковать. Но другой вопрос, насколько он прав, это покажет и суд Божий. Но право обличения у Латкина есть. А я бы хотел обратить внимание, а вы сами на себя посмотрите, защитники монашества, в кавычках, на свое пузо. Скажите, сколько мяса вы съедаете в месяц и сколько водки выпиваете? Так на самом деле, кто против монашества? Лапкин в своих словах или вы своим образом жизни? То есть, вот, лицемерие, глупость, некомпетентность, жилость, вот что, к сожалению, я вижу пока в критиках Лапкина. Могу свидетельствовать также то, что пока эти люди вот, совершенно действительно бесталантные, которые не сделали даже 5% из того, что сделано вами. То есть основная масса, это действительно наглая молодежь, закликните. Ну, человек, обличая человека, столько сделал, что за год не может написать даже одной статьи. Не говоря о том, что его проповеди, беседы неинтересны людям. Так с Сергеем состоялся разговор, ну и вот он говорит, что вот этот Юрий Андрющенко, что у него было желание приехать, он осознал, что крещение не произошло, была имитация, и он захотел покреститься по-настоящему. Ну, то есть покреститься, в принципе. И все. И вот он, ну, что-то ему мешало. 3 года наблюдал за, ну, за каналом «Во свете Библии». Вот, и что дальше? Ну, и то есть, и вот донаблюдался до того, что он, ну, как он говорит, что поменял отношения, ну, то есть, все, сейчас он негативно относится к Игнатию Тихоновичу, ко всему его, так сказать, деятельности, вот, и вот там такое, как бы, еще такое была реплика его, что, как бы, невозможно, нельзя так недопустимо обращаться, допустимо обращаться с детьми, воспитывать их, как бы, но он не сказал, что ему, он говорит, мне вот нравится, как он с детьми работает, как бы, вот, его все понравилось прям, слава богу, а говорит, но эти же методы распространять на взрослых, говорит, недопустимо, то есть он как бы в шоке, он в негодовании от этого всего, и в пример тебя привел, что вот, смотрите, как он с Никитой обращается, вот, это недопустимо. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? Ну, то есть, ты сам каждый день соприкасаешься с Игнатием Тихоновичем. Вот, вы как-то, у вас отношения. Ну, то есть, расскажи вот об этом.
Я вчера-то много рассказал чего. Дело в том, что вчера не записалось, Никит. Ты повтори, пожалуйста. Ну, во-первых, вот этот Андрющенко звонит, он хотел приехать, 3 года смотрел, так и не приехал. Так он хотел крещение принять или не хотел крещение принять? Ему-то, или это он так, чисто для разговора завязать это сказал? Чтобы принять крещение, принял бы крещение, где-нибудь из себя, прекрасное подружение. Угу. Он так говорит просто. А то, что ему это не нравится смотреть, понятно, он себе это применил и решил для себя, что он бы такое, конечно, не вытянул бы. И раз он так считает, это мысль развивает на всех теперь. Ну, ты знаешь, есть другие люди, которые это могут понести и посчитают за пользу. Просто хочу сказать, что я для себя, сказать, большую пользу здесь нашел. Угу. Он не нашел, он звонит теперь. Я ведь зачем-то Сергею это рассказывает. А зачем? Как будто Сергей это будет кто-то Тихонше рассказывает. Сергей там пытается в течение беседы его как-то постоянно в сторону отвести, может там перевести тему там. Вот, а он опять на Игнатия Тихоновича, Ну что сказать? Не, вот мне интересно, смотри, Никит, ну ты все верно говоришь. Мне интересно все-таки вот, сколько ты лет уже вместе с Игнатием Тихоновичем, с братьями? 4-й год уже, пожалуй. 4-й год. 4-й год. Да. Ну вот смотри, и что тебе дает, ну то есть ты увидишь какие-то результаты в себе, и что тебе это дает в принципе, вот совместно с ним... Соработничество, ну, как бы вот, совместное проживание с ним и помощь ему и все остальное. Что дает мне соработничество? Ну, так, я непосредственно участвую в самом, сказать, эпицентре всех действий этих боевых духовных. Я могу, ну, то есть, приносить пользу, там, помогать, как я могу, чем могу. То есть, я имею плоды веры. Вот самое важное. Что мне это дает? То, что я могу исполнять тут заповеди Божьи. Потому что тут поле деятельности так посерьезнее. Ну и награда, может быть, от Господа будет повыше. Ну, каждому, как Господь отмерил. Ну, что-то сказать. Ну, это да, это ты прям такие высокие вещи. А вот более ты... Ну, вот смотри, вот давай даже вот осузим. Вот он говорит, что неприемлемые те методы, которые он применяет к взрослым. К взрослым, да? Ну, вот мужикам. Как ты, ну, вот как ты считаешь, они приемлемы? По твоему мнению? Ну, если это человек православный, и он знаком с нашей православной... святоотеческой литературы, жития святых, да он там встретит там такие моменты, где авы монастырей над монахами, то есть занимались и поплотнее, там почитать вот лестничника, авы лестничника, там про монастырь рассказывают, а вот монахи, тоже там нормально. Ава Дорофея там, ну что происходит с Досифеем, его там убьют, он пытается Евангелие, так они там страдают за что? Ну, они считают, что они страдают за Бога. А я конкретно вижу, что, ну, потерпеть приходится, да, потому что, о, никто не без греха. Но зато хоть по Библии, то я знаю, что это от Бога именно. Это меня приносит некоторое облегчение, утешение, не некоторое, абсолютно. Потому что если это было без Бога, то кто такой выдержал бы? Какой цель тут тебя на посмешище выставляет постоянно на роликах, как будто бы? Кто это вынес бы? Ну, я просто смотри, знаю, что а вот, вот все-таки давай смотри, вот... На посмешище выставляет твою личность или твои какие-то, ну, проявления греховные? Тебя унижает тебя как личность или это наоборот, ну, как бы, как тебе объяснить? То есть, или тебе наоборот, то есть, вот мне видится как, что Игнатий Тихонович отделяет личность от, ну, вот от греховного, от греховной страсти какой-то в тебе, да, которая проявляется. И он работает именно над ней, то есть, он ее, как сказать, ну... Пожигает словом да. Божьим, я не знаю, с обличением, так скажем, вот эту страсть. Я понял. Угу. Как вот этот ты вопрос поднимался вчера, что не может ли это быть соблазном, как бы для людей такого рода вот, моменты, когда они заставляются. Ну, Игнатий, конечно, приводит пример Священное Писание, где вообще ничего не скрывается. Как Лот, дочери Лота напоили, повыше здесь не переспали. Ну да, я сегодня смотрел, и я постараюсь включить вот эту, ну, вот эти вот беседу, ну вот сейчас ролик составляем, как раз об этом, обо всем. Очень, ну, очень такая прям по делу беседа была, ну, его речь. Да вообще не только его речь, там все присутствовали. И Галина свое сказала, там, свое слово от лица женщин. И это тоже мы осветим, и Вал Владимир сказал, ну, и все остальные прочие. Да. А Володя, а ты можешь что-то сказать в плане, ну вот, то есть по этой теме?
Вот, ну, на себя примеряет. У тебя же такой же опыт, такой же, как у меня, как у Никиты. Только раньше он произошел. У меня даже побольше опыта. Да, ну вот... Потому что я, ты как считаешь? Я неоднократно говорил, если бы в то время, когда я с Игнатьем начинал жить, это в 2007 году... Угу. Если бы снимали это... Было бы роликов побольше, меньше, чем в брату. Ну да. То есть я-то точно в такие ситуации попадал. Игнатьев меня точно так же исправлял. Я хоть и сам парень деревенский, я всю жизнь в деревне прожил. Но иногда такие глупости делаешь, что потом даже диву удивляешься, как я мог это сделать вообще. Понимаешь? Но это я все считаю, что это происки дела, которые все постоянно нам такие подножки ставят. Что ты да глупость делаешь. Вот. Ну, то есть, у меня даже есть такое представление сложилось, что написано, что Господь правильно испытывает. Написано даже в горниле уничижения. В горниле это у Серафа написано. Господь тебя будет испытывать в горниле уничижения. То есть унижать тебя будет. Вот даже те же обличения, наставления, где там. Вот 1 Коринфянам 14 года там написано, что когда войдет к вам кто неверующий, говорит, как поклонится, скажет, истинно с вами Бог. И там написано прелюдия перед этим словом, что всеми будет обличаемо. Всеми будет обличаемо. Не кем-то наставником даже, а всеми теми, кто находится в церкви. Зашел кто только новенький, и я со всех сторон начинаю, вот ты там не так делал, вот ты в жизни был не то делал, то есть со всех сторон, но это все делается по любви, то есть Господь идет в сердца людей, Господь-то знает тебя самого-то, какой ты внутри, люди-то не знают, а они, раз они молятся, Господь их направляет, вот так именно сказать тебе, и им открывает на это глаза, что где у тебя говорится, какой грех таится в тебе, который исправление требует. Ну, я... Вот это человек имеет страх Божий, вот этот страх Божий тебя удержит от каких-то подобных там, ну, там что-то говорить напротив, там, например, злиться, там еще-то, ты понимаешь, что это Господь делает, это не его исправление, это страх Божий тебя удержит от других последствий. Ну вот ты говоришь молятся, вот ты говоришь одновременно за тебя молятся, и я вот это, ну, на своей шкуре, так скажем, почувствовал, что когда меня Игнатий Тихонович тоже трепал меня, вот мою там эгоизм, гордыню и все остальное прочее, я чувствовал постоянно, что он за меня молится. И как бы вот я уже писал, что, то есть душа моя, ну, все, что, ну, есть в душе хорошего, да, от Бога, оно это все прям чувствовало, и оно, ну, как сказать, благодарило, да, Бога. Вот. Понятно, что ветхий человек там всячески бесновался во мне. Дело в том, что не только Игнатьевич молился, мы-то через эту школу проходили, и ты тоже, да, и Володя, ну, то есть братья. Тоже молились. Ну, я больше всего чувствовал, конечно, как Игнатий Тихонович молится. Не знаю, ну, вот как бы у меня такое было, как бы... Ты же, когда первый раз приехал, в машинку косил, я тебе сразу сказал, только заговорил, я говорю, о, тебе мерзкий язык, Виталий, вообще. Не, ну это... Не библейский язык. Ну, понятно, да. Конечно. Откуда он будет библейским? Я с мира пришел. Ну, то есть, вот, то есть... И вот смотри, знаешь еще, что Сергей сказал? Вот вы заметили, вы же тоже смотрели этот ролик. 99%, ну, это как бы Сергей, ну, там плюс-минус пускай, людей вот именно приходят к выводам вот этого Юрия. Почему так происходит? Я думаю, одна из причин, это как бы брат Никита сказал. Когда человек начинает, как бы не хотя, не желая, приводит на себя это. Если будет с ним так же поступать, ему это не понравится. Видишь, но они... Потому что человек привык, Виталий, человек привык находиться в том состоянии, в каком он есть. Это я вам приложил на Урале, я уже об этом неоднократно говорил. Я считал, что у меня все нормально почти. Не сказать, что все нормально, но, по крайней мере, нормально. Я других наставлял. Обличал, то есть, там, которые православные все считают, и тоже обличал, неверующих наставлял, как Христос звал, что пришли. А тут раз пришел, и все слово Божие на меня повернулось. Вот, и тут, конечно, самое больное для тебя. Ты был учителем, стал учеником. Знаешь, это, конечно, в душе это всегда борьба идет. Не то, что Никита там его записывает, ему тоже это внутри идет борьба. У меня точно так же. Но это борьба на выстрел. Ты знаешь, что если ты сейчас попадешь, не искушение, что если вот захочешь там против обличения восстать, Господь может отвергнуть и все. И какая твоя жизнь будет потом? Ну, конечно, даже мир может скатиться. И закончишь жизнь непонятно с чем. Радом не будет. Ну да. Это вкус же удерживает. Так и есть. Ну то есть...
Как объяснить? То есть, смотри, ну в итоге-то, то есть, если мы это, ну, то есть, если до нас дойдет, что все-таки в этом есть действительно польза для человека, ну, для меня лично, вот, и вот человек, да. И вот я хотел бы вот о результатах, ну как не о результатах, о промежуточных результатах каких-то, вот, ну, вот что самое, самое такое основное, базовое, вот, Никита, тебе дало совместное жительство с Игнатием Тихоновичем? Как вот ты думаешь? Либо можно так вот, если я не знаю, как вот лучше, Володь, либо ты, можно так сделать, вот ты, например, про Никиту можешь сказать, как со стороны смотришь. Ну, то есть, со стороны, если. Как вот лучше? И либо сам Никита скажет, либо ты со стороны как видишь. Сам Никита пускай говорит. Пускай Никита, да? Ну вот, давай, Никита, ну, пожалуйста. Если сравнивать, ну, с тем состоянием, с которым я приехал, конечно. Ну, тут много времени прошло. Хочешь не хочешь, взрослеешь. Ну, возраст такой же довольно-таки возраст гибкий, это не 70 лет. Можно что-то поменять себе, и тем более если с молитвой. Что? Помню, что я начал сразу дневник вести, как приехал в Россию. Я помню. И кажется, уже на второй неделе пишу дневник свой. Ну, я говорю, прошло две недели, я уже совсем, говорю, другой человек. Представляешь? А какой там еще? Только началось, я еще Потеряевки. Я еще Потеряевки не был. Еще золотые дни только шли, пока. Потом проверка чуть позже начнется. Как на корабле, так же. Ну, что дало? Не просто ты воспитываешь себе, не просто там какие-то там духовные вещи, а просто нормальным, полноценным человеком становишься. Нормальными качествами там. Постоянство, там, учтивость там какое-то там, благоразумие, рассудительность, и хотя бы просто такие вещи. А если говорить, конечно, о духовном, то ну ты просто видишь немножко, больше тебе Бог открывает что-то. Какие-то вещи. На мир по-другому смотришь, на события, на общину нашу, на место этой общины, в истории или просто в России. Ну, все мировые события по-другому смотришь. И себя, уже верьте, этих событий тоже как-то ощущаешь, потому что ты уже не какая-то песчинка, какой-то булыжничек там вертится. А ты, Володь, что скажешь за себя? У тебя больше уже времени-то прошло. Брат говорит то, что о постоянстве. Я просто говорю о постоянстве. Я же когда жил на Урале, у меня постоянно не было вставания утреннего молитвы. 4 часа. У меня желание такое было, но я там одно время вставал, а потом то 6, то 7, то все по-разному начал вставать. Когда постоянство, свидание, чем оно, конечно, дает. Это постоянно. То есть в любом даже деле, не только в границе вставания, а в любом другом деле. Мы не крестили, не лишь дело было. Плюс одно из причин еще в житейской мудрости набираешь очень много. Это большой уже опыт, и строительство, и вообще в жизни. Сейчас сэкономить или что-то делать по-разному, по-разному. Вот этому тоже навещаешь. Ну, главное, конечно, духовное. Но я скажу сразу, то есть сатана был на небе, извини, не сатана, а херувина синящий был на небе, был рядом с Господом. И ему это не помогло, он упал. Здесь все зависит от нас. Мы все как это написано Римлянам 8:24, вопрос того Павла написано, что мы сохотим в надежде. То есть мы находимся в каких спасениях. Ну еще. То есть этот путь надо еще дойти до конца. Угу. Что-то это мысль убежала. Мысль убежала. Ну, а как-то резюмировать тогда, раз убежала. Да, сейчас я приготовил кое-что. Местописание. Давай. Притчи 5:12. И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением. Притча 10:17. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни. А отвергающий обличение блуждает. Притча 12:1. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Сирахов 7:36. Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его. Вот такие местописания, которые все показывают. Ну, надо, то есть, как-то, это, то есть, что вы можете сказать, братья, тем людям, вот, которые вот так пытливы, еще здорово сказал, знаешь, какую мысль Сергей сказал, что они сначала очаровываются, ну, вот, Игнатием Тихоновичем, а потом разочаровываются, ну, вот,
какую дать такую рекомендацию, чтобы у них не было таких вот там взлетов, падений, а более-менее ровно все, чтобы все шло, чтобы... Ведь Игнатий Тихон же не себя проповедует, а вот именно Христа распятого, Бога и... Ну, как апостол Павел пишет, что говорит, некоторые из вас говорят, я Павлов, другие говорят, я Аполлосов. Надо говорить, что я Христов. Если они конечной целью свою видят спасение, то не пойму, что Игнатий, конечно, у нас его инструмент, и тоже человек все-таки, как-никак. Тоже у него свои бывали, и бывают какие-то там, ну да, вещи недостатки. Ну, скажем так, ну да, побольше тебя умеет знает, так что смирись, да, и терпи даже, может, какие-то его недостатки, его какие-то особенности. Ну все там, в конце-то, ты видишь, в конце пути такого спасения, и ради спасения стоит потерпеть-то. А ты, Володь, что скажешь? Я еще добавлю. Дело в том, что главная ошибка людей, которые даже сюда приезжают, или знакомятся, иначе, когда пишешь, они говорят, Сергей сказал, очаровывают, а потом говорят, очаровывают. Они сперва как раз восхищение смотрят даже вот на нашем канале ролики, там, да, когда по Никиту оставляют, меня иначе оставляют. А себе они это не применяют. То есть, если бы он был бы на этом месте, это первое. Во-вторых, человек, когда сюда едет, у него цель не стоит. Он не стоит цель на учение сюда приехать. А у него другая цель стоит. Он просто понравилось ему, люди верующие, как я думаю, вначале говорили, белые, пушистые, будут по головке говорить людям. То есть я это не учил, что надо мной же будет трудиться. Вот это вот одна из причин, когда духовный человек погибнет, в принципе. Разочарование человека. У него главная духовная цель не стоит. Для этого надо учиться, жить по-христиански, верить в Христа. Понятно. Ну вот, то есть, я не знаю, ну как, ну то есть, пускай посмотрят, вот этот Юрий, может, посмотрит этот ролик и какие-то сделает, ну, положительные выводы для себя, что никто ему зла не желает там, и наоборот, я вот думаю, что, ну как, почти что уверен, что Игнатий Ильич за него молится, правильно ведь, за эту душу, за Юрия, ну и все остальные, всем это будет полезно, то, что... Ну, как сказать, вот я постоянно это слышу, что Игнатий Тихонович там относится как не по-человечески. Вот даже Сергей, да, вот на Сергея обвинили там, что вот он там прям, ну, не по-человечески отнесся к Василию. Ну как, я там ничего не видел. Эта женщина там, она любит без, как сказать, женский ум, понятно, он это воспринимает все, ну как сказать, немножко так гипертрофировано. И как объяснить-то? Ну, то есть, ну, понятно, да, вот мысль. Да, не то, что мы, ну, а нам-то, мужчинам, это все, мужикам, это все как бы приветствую. Вот, ну вот, рассуждаем, как бы, помаленьку. Вот, ну, то есть, мысль понятна, да, вот, что я хотел сказать, что я вот ничего не увидел, никаких таких прям, ну, никакого унижения не увидел. Вот, когда Сергей... С Василием, Василий Николаевич его, да, зовут? Василий Николаевичем, он трудился с ним. И даже вот когда действительно я заметил, вообще, то есть это Господь, какое перерождение у человека, хоть маломальское, но произошло. Вот в этом ролике, когда, ну, беседа-то была последняя, общее собрание, да, Василий совсем другой ведь, и сидел действительно, он распрямился, и у него светлое лицо-то было, просветлело лицо. То есть очевидно было, ну, какое-то вот такое. И он сам, ну, то есть видно, что он сам благодарен всему тому, что с ним произошло и сейчас до сих пор происходит. На лице это прям видно было. Так что, ну вот. Законы не хочет от Сергея уходить. Дело-то закончилось чем? Вчера на Благовестие они сходили с ним. На площади Спартака были. И отправляли его домой. Ему до дома там 20 километров доехать всего на автобусе. Без пересадок, без всего. И он не поехал домой к себе. А начал блукать по Барнаулу. В конечном итоге оказался у Сергея. То есть он не хочет даже сам уходить. Ну опять туда, в это одиночество, вакуум этот возвращаться, он боится. И правильно как бы. А послушания никакого нет. Ноль, нулевое. Не знаю, там что-то про тебя говорили, что ты там что-то не смог.
раньше времени еще ходил. У меня тоже там... Ну, я понимаю, ты парень молодой, и это, ну, видно, что ты, у тебя там наряды какие-то и так далее. Это, ну, свои какие-то у тебя есть еще. История какая-то своя, да, жизненная. Но он там уже все кончено, уже все отработано, как бы, ничего уже не стоит, и никто ему как следует не сказать ничего. Ну, опять же... Ему надо жить с кем-то. Но изменения-то налицо, то есть неважно, какой у него возраст, а Господь силен вот так вот человека сподвигнуть к изменениям. Так что, ну, я порадовался вообще за всю эту ситуацию. Не увижу. Но ему надо жить с кем-то, он одним не сможет это продержать, себе драгоценность духовную. Не сможет, надо, чтобы он с кем-то жил, а у него нету сил жить. Он говорит, я не могу жить. Ну, то есть, понятно, все еще впереди, вся брань. Аминь. Аминь. Ну, ладно. Братья, спаси Христос, слава Христу. Ну, вот, то есть, добавим в ролик вот эту нашу беседу, и благо будет всем нам. Всего доброго. Помоги Христос, Богом. Богом.